Что, друзья, всем привет! И вы на канале Live Fishing 23. Сегодня мы на вот таком прекраснейшем водоеме под названием Золотой берег. Здесь мы неспроста, здесь мы не просто так рыбачить. У нас выезд на турнир. Турнир 5 суток. Турнир Carp Tackle. Организация, магазин точнее, да, не организация, а магазин, организовала данное мероприятие. Оно будет проходить у нас 5 суток на данном водоеме. Время у нас 5 часов уже. Здесь мы с 2 часов были. Розыгрыши различные. Турнир в турнире, можно сказать. Вот. Но это суть не в этом, так скажем. Была жеребьевка. И в процессе жеребьевки мне выпал первый сектор. Самый первый. Ну, в краю есть еще один сектор. Он называется баня. Но там администрация, там рыбаков нет. Поэтому мой сектор number one. То есть первый сектор, первое место, первый big fish. В любом случае, первое место. Ну, на это надеюсь я. Что скажет здесь мне рыба? Я не знаю. Сектор интересный. Сектор очень большой. Сектор широкий. Перспективно, я думаю, тот берег. Но это не точно. В общем, сегодня рыбалки у нас здесь не будет. Почему? Потому что разбиваем лагерь, ставим палатку, флаги, стулья, столы и прочее, и прочее. В общем, ведем подготовку лагеря к предстоящему турниру. Вечером у нас будет мероприятие, соберутся все команды. Команд здесь 22. В каждой команде от 1 до 3 человек. Так как сектор номер 1, команда в количестве 1 человека. И это я. Команда называется Live Fishing. Ну, это понятно. Если вы на канале Live Fishing, флаг Live Fishing, то и команда Live Fishing. Вступил и забыл, что хотел. Вечером мероприятие будет, большое застолье. Организация полностью организовывает мероприятие, так скажем, накрывает поляну. Будем кушать, веселиться, наверное, будут какие-то розыгрыши, еще что-то. По желанию, кто хочет, берет с собой алкоголь, выпивают. И все, на сегодня день закончится, это начнется у нас в 6. И закончится неизвестно во сколько. Но встанем, я думаю, я встану часиков в 5 утра, пока чай попьем туда-сюда. И в 6 начало уже будет маркерение. С 6 до 8 маркерения. Мне подарили маркерную карту, карту глубины. Будем кидать, маркериться, искать перспективные точки и кормить. А чем кормить будем? Естественно, нашим фирменным кормом. Ладно, не будем ля-ля, уже длинное вступление. Я думаю, что будет, наверное, 2-3 серии точно сделаем. Может, 4 даже, а может, 1, а может и 1, действительно. Да нет, 1 не будет, больше несколько серий. Все, палатку я поставил, флаг поставил. Кровати у меня нет, я надул матрас. Ветер со всего водоема на первый сектор, и это прикольно. Если всю ночь продержится такая погода, хотя бы до завтрашнего утра, я уверен, что бигфиш первых суток будет мой, однозначно. Все, всем приятного просмотра, держим кулачки, надеюсь, победа за нами. Ну, как говорится, не главная победа, главное участие, но здесь нет, победа нам нужна. Все, следим за водой. Ну что, ребята, вот и доброе утро. На часах у нас 6:00. Встал чуть пораньше. Умылся, почистил зубы. Весь запачкался в зубной пасте. Ну, я не я, если бы такое не произошло. Значит, всю ночь дул небольшой ветерок в эту сторону. Это очень даже круто. Есть выходы рыбы. Очень много. И есть такие рыбины вообще, которых, мне кажется, даже ни разу на картинках не видел. Прыгают. Ну, это классно. Будем ловить. У меня еще даже удочки не стоят. Люди справа от меня на втором секторе уже маркерятся. Смотрю, уже маркерок у них, поплавочек плавает. Мерят глубину. А я пока пью кофеек, никуда не тороплюсь. И крушу бойлы. Сегодня у нас по корму будет только бойлики крушеные и целые. И добавим немножко кукурузки. Ой, кукурузки этой. Господи. Конопли. Конопля у нас как активатор клёва.
подтянет рыбку, зальем ароматикой и будем ловить бойлы. Знаете, да, где взять? Это наши бойлы, они в таких бочонках продаются, в ведерках, по полкилограмма. Можно купить, кстати говоря, на Wildberries. Ссылочка есть, вы знаете об этом, что это наше производство. Все, сейчас готовим прикормку. Буду ставить удочки. Буду также маркериться. Выберу для себя перспективные точки, я думаю. 4-6 точек выберем. Вот, слышали, наверное, рыбка прыгнула. Хороша. Блин, а самое интересное, рыба вся на ближнике. Под тем берегом практически нет выхода. У меня всю ночь прям метра 3 отсюда кто-то прыгал, я не знаю, то ли это андатра, то ли рыба прям здесь возле меня стоит, возле берега, что тоже не исключено, я не знаю. Ради эксперимента, может, положу одну палку, одну оснастку прям в 5 метрах-7 от берега. Не знаю, что это даст. Ну, вроде как, водоем ночной, днем не очень активно, сейчас 6 утра, все равно рыбка выходит. Посмотрим, что будет днем. В общем, сейчас сделаю прикормку, маркеримся. И в 8, по-моему, или в 9 у нас будет старт. И начнем все закидывать, кормить. Я вообще представляю, что здесь будет 22 сектора, 22 команды, когда полетят с помбы. Просто это будет бомбежка. Рыба будет, наверное, в шоке. Все, ребята, всем, что всем, мне удачи и шикарного лова. А вы смотрите видосик, будем снимать и показывать, что мы наловили. Приятного просмотра. И так, значит, у нас покрушено килограмм бойлов, порезано примерно килограмм бойлов и 3 килограмма цельных. Итого 1 плюс 1 равно 2 и 2 плюс 3 равно 5. 5 килограмм бойлов у нас в ведре. И вот такое у нас получилось. Вот они и целые у нас. И половинки. А если поглубже копнуть. Вот у нас и мелкая фракция. Сразу потянет. Вот они половиночки целые. В общем, как-то так. 5 кило бойлов готово. Добавим сюда конопельки, вот так прям вместе с соком, есть, и добавим сюда килограмм кукурузы, она со вкусом тутти-фрутти, сладкая. А заправлять всю нашу прикормку я буду мандарином. Так, что у нас? 5, 6 и полкило конопли. 6,5 килограмма. А, еще хотел орешка же добавить. Точно, тигрового. Одну баночку прям закинем. В собственном соку. Вот такой у нас орешек. Его можно попробовать на вкус. Сильно желания у меня нет попробовать его. Что-то много получилось. Как-то все перемешано. Так. Еще у меня осталась вот такая штука. Агент Оранж. Это, как это называется, жидкость для зигрига. FFM Black Orange. Ой, Orange Agent. Сорян, что трясу перед камерой. Она нам даст, эта жидкость, муть оранжевого цвета. Вот так мы ее сюда вливаем. У меня здесь было немного. Куда я дел остальное, я расскажу чуть позже это.
секрет мой пока что еще. И заливаем это все ликвидом, мандарином. Я думаю, прям все сюда, пол-литра. Вылим. Кашу маслом не испортишь, как говорится. Ох, запах какой пошел, обалденный. И все, и перемешиваем все это. Прикормка получается яркая, насыщенная, запах. Плюс вот этот оранж-агент, он сейчас придаст тоже яркости. Так, время у нас уже начало восьмого. Сейчас как раз прикормка настоится. У меня есть около часа помаркириться на эти точки. И уже, по-моему, 8 старт дают. О, и вот такая у нас получается красота. Бойлы, кукурузка такая цветная, конопля. Я думаю, что хочется прям взять и облизать ее, потому что на вкус прям, ой, на вкус, на запах прям сладко-сладко, прикольно. Ну все, сейчас пойду маркернусь. Пора уже ловить. Все, погнали. Я его испугался. Он это. Самый большой, походу. Такой, что? Не, больше. Вот такой. Вот такой. Кто там не лезет в сумку? Лещ. Большой лещ. Правда, давай, доставай. Прям достаем. А прямо громадный? Ну, для меня, да. Сумка такая хлипенькая. Да, ты так напугал вот это. Я думаю, там рощина будет 20. Это еще небольшой. Значит, будем укрупняться? Большой, если он в сумку свою не влазит. А, да? Ох, какой. $12-110. Так, я думал за 15. Тебе за 15 такой должен лежать. Ну все, а лучше, так, чем 2,3. Ну, как-то да. Начал 2,800. Уже успех. Или 12. Укрупняемся. А я-то думал. Ну давайте фото. На себя переворачиваешь? Сейчас, подожди. Там вся группа сейчас в ожидании. Там уже кто-то... Там уже кто-то пишет. Что поймал, показывай. Что это? Пойдем. Тихо. Ага, окей, поднимаем. Аккуратно. Что это? Угу. Теперь надо так вот. Получилось что-нибудь? Нет, надо. Так. Одну руку вот сюда вот. Вот еще. Еще. Ты задний половину, то пальчик вставляешь, он поднимает. О! О! Ну счастье на лице, счастье. Счастье полные штаны. О, как он рот открывает вообще. Да, он такой, он на фото. Все.
Сейчас старших позовет. Потом еще позвоню. Я представляю, как ты, если он старших позовет. Ну мы у него здесь рядом. Что, ребята, подходит конец третьих суток. Ловим мы вторые сутки. Первые сутки это торжественная часть. Вчера прошел день, прошел вечер. Не обращайте внимания, потому что закусали комары. Прошел весь день и вся ночь. Днем, вечером, по-моему, была... была одна поклевка. Я его подвел к подсаку, и он сошел. Ну, хорошенький был такой. Ловил лещей, но лещи в зачет не идут. И все, вечером все перезакинул, лег спать и выспался идеально, потому что поклевок не было. Полшестого встал, все, начал кормить опять снова точку. И первая поклевка у меня в 8 была. Был карпик на 2800. Потом опять тишина до обеда. В обед я взял, уже не помню, в районе 5 килограмм, по-моему, 4 с чем-то был. Второй карп, потом лещи были. Ну, лещи вот такие, прям здесь зачетные, прям мне понравилось. И вот, как вы видели... До этого, я не знаю, там, скорее всего, чуть-чуть кривоватое видео, потому что снимали горизонтально, вертикально точнее. Это мой Big Fish 12800, по-моему, с чем-то. А до этого у меня был Big Fish 11200, так что я побил свой Big Fish. Третьи сутки у нас заканчиваются. Точка закормлена, кормить нельзя, только ракеткой у этой, рогаткой или комары эти. Как она называется? Кобра, да. Я научился пользоваться коброй. Мне сдали кобру. Офигенная кобра, карбоновая. Пуляю прямо под тот берег. Спокойно, вообще. Мне так понравилась она. Я себе по-любому куплю и буду ей пользоваться. Мне прям очень понравилось ей пользоваться, реально. Все, день прошел. Сегодня ночь. Завтра день у нас. И еще одна ночь, полтора суток у нас осталось. Погода портится. Ночью обещают дождь. Завтра дождь, ночью дождь. Ну, будем ловить в дождь. Все. Всем спасибо, кто смотрит. Мы продолжаем ловить. Если будет за 15, за 20, будем обязательно показывать. Дайте комары-то вот наоборот. Все, погнали. Что, ребята, пятые сутки идут, начались недавно. Говорю чуть громче, микрофон просрал, прям не знаю, где он. Все, сборы, разборы. Вчера дождь, ночью дождь, борьба была не на жизнь, а на смерть, реально. Я был на седьмом месте,
на пятом месте, потом мне скинули на седьмое место, потом опять на пятое. И вчера началась заруба. Пошел дождь, одна поклевка, я приближаюсь, переплюнул четвертое место, четвертых скинул на пятое. Еще поклевка, и пошло, поехало. Ловили много. У меня приехал мой кум, он помогал. Нереально. И по подсчетам, на 6 утра, когда я, уже перезабрасывал, я был на третьем месте. Но потом ловит чувак, с которым мы соревновались, и какой у него вес, я не знаю. Скорее всего, там будут решать прям... типа 200 грамм, может 300, но разница прям минимальная. И, это вот, насколько мне известно, может еще, конечно, кто-то отловился, но пока на тоненького, грань между третьим и четвертым. Лагерь уже собрали, и сейчас пойдем уже на торжественную часть. Еще раз повторюсь, микрофона нет, но все равно подснимем, выложим, будет херовый звук, но что делать. В общем, рыбалка. Вот такая, водоем офигенный, рыбы много, рыба крупная. Я побил свой Big Fish, у меня 18 килограмм теперь биг, охеренная рыба. Я потом у организаторов попрошу видео, прям ее снимали, они как раз были рядом, оператор был рядом, и снимал полностью весь процесс от и до, со взвешивания, со всем. Я попрошу, наверное, потом отдельное видео просто сделаем. И, это прям прикольно. Рыбина огромная, нереально. Мне прям капец как хватило. Все. Всем спасибо за просмотр. Кто болел, те молодцы. Кто не болел, тоже молодцы. Так что все. До новых встреч. Ни хвоста, ни чешуи. А сейчас смотрим награждение. Всем пока. Какой-то невероятный рывок. Третье место заняла команда Live Fishing 23. Причем мы это Первый сектор рыба. Первый сектор много рыб. Я такого никогда не видел, как вчера. А где? Не сюда. Итак, третье место. Это сертификат от компании Cartecal на третье место. На 25 тысяч рублей. А также подарки от спонсоров турнира. Это набор торгового питания Strike Bay, набор сладкой воды от нашего спонсора компании Бочкари. Поприветствуем!